Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу, где мы без вложений зарабатываем биткоин сатоши. Называется монета коин ПТС. Биткоин. Как-то. Сегодня хочу вывести. У меня на балансе 531 сатоха. Если мы перейдем на Paused Pay, платит инстантом, я вчера обналичила, вывела с этого кошелька деньги все на свой основной кошелек, так что у меня баланс по нулям. Краткое видео, как здесь работать, у меня есть на YouTube-канале, кому интересно, посмотрите. Ссылочка реферальная находится, друзья, вот здесь в конце странички. Колесико опускаете в самом низу. Ну, давайте нажму WinDraw. Так, что мне? Так, биткоин. А вот, подождите, нет. Это показывает у меня, сколько будет в USD. Так, я буду выводить, что? Нет, я буду биткоин выводить. Хочу. Так, 531. Минимум exchange from. Так, друзья. Хотелось бы, конечно. Так, минимум. Давайте-ка я сделаю. Боюсь, что у меня выведется на пайер. Мне эти 4 цента ни к чему. А чего я? Минимум 10 центов. У меня здесь 4. Значит, ну, биткоин нажимаю. Так. Минимум. И мне не дает, не пускает. Почему-то в долларах. Угу. Все, поняла. Не так я нажимала. Это если на пэйр. Здесь показывается... Вывод на пэйр, если мы хотим вывести. А вот опускаемся ниже. Здесь уже мы выводим в биткоин сатоши. На Paused Pay. Минимум 20 биткоин сатошиков. Вот теперь нажимаю WinDraw. Разгадываю капчу. Вот число. Так, 53. Все, закрываю. И... мои сатоши должны уйти. Все. Отсюда я уже пробный вывод делала 56 сатоши. И теперь иду на Paused Pay. Перезагружаю страничку. У меня по нуля. И 531 сатоша прибыла. Страничка загрузится. Пожалуйста. Монета Coin ПТС. Платит инстантом. Кому интересно, работайте. Неинтересно, проходим мимо. Ссылочки рекламные появляются в течение дня, до 15 штук рекламок. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Буду периодически мониторить. До новых встреч.